Недостроенное здание атомной электростанции в Крымском Щелкино будут сносить. Такое решение приняли власти республики, об этом сообщается на официальном портале регионального правительства. Запланирован снос 6 объектов общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. Некоторые из них имеют степень готовности 70%. Это одноячеистая дизель-генераторная станция, трехячеистая дизель-генераторная станция, реакторное отделение, машинный зал с диораторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств. Работу по списанию указанных объектов поручено провести Министерству строительства и архитектуры Крыма совместно с Центром комплексного снабжения строительных объектов. Выполнить указанные работы следует в срок до 31 декабря текущего года.